Внимание, пожарная тревога. Наружно уведомление. Всем немедленно покинуть здание. Если вы оказались в кинотеатре в такой момент, знайте, скорее всего, пожарные уже в пути. Но до тех пор ваша задача либо эвакуироваться самостоятельно, либо спокойно дождаться помощи. Я сейчас сижу в кинозале номер 3 и смотрю на черный экран, потому что сработала пожарная сигнализация. Сейчас мне нужно дождаться пожарных, которые, ну, надеюсь, эвакуируют меня. Эвакуация при пожаре в торговых центрах начинается еще до прибытия бригад спасателей. Сначала выводят людей с верхних этажей торгового центра непосредственно с места пожара. В дальнейшем бригады проверяют соседние с очагом возгорания помещения на предмет наличия огня или пострадавших. Самое первое правило, если вы оказались в такой ситуации, не паникуйте. Или паникуйте, но делайте это скрытно. Может быть, нас выпустят так, и это все шутки, и на самом деле нет никакого пожара. А, ой. Помните правило номер 1? Забудьте про него. Правило номер 2. Ищите выход. Покидать помещение при пожаре нужно по планам эвакуации, которые размещены на стенах кинотеатра. В нашем случае эвакуационные выходы расположены у экрана. При пожаре нужно, видимо, выйти через эту дверь и двигаться туда. Но если вы по какой-то причине не можете идти сами, вам помогут спасатели. Сделать это они должны быстро, ведь счет идет на минуты. Для защиты от угарного газа человеку дадут кислородную маску и в ней выведут на улицу. В дальнейшем спасенного осмотрят на предмет повреждений. Цель данных учений является отработка практических действий личного состава пожарных подразделений по тушению пожара и эвакуации большого количества людей с таких объектов. В ходе учений сотрудники МЧС отработали взаимодействие с администрацией торгового центра, проверили слаженность подразделений. Всего при тушении было задействовано 15 единиц техники и 57 человек личного состава. Добавим, такие учения проводятся в Вологде ежемесячно. Дмитрий Калининский, Алексей Сапегин, Вологда РФ.